11 часов вечера, Анка, Сань, бежи к свечечке, чтобы видно тебя было. Короче, блин. Очередная наш бункер. Вот он, я такой веселый, только проснувшийся. После совета командиров очередной расклад, короче. В 11 часов будет, блядь, у нас авианалет. 7 вертолетов, вертушек, Скорочуна. 7 штук, да? 7 штук, Скорочуна. Они стоят уже на подготове. Но. Будет спецназ. И 5 еще неизвестно откуда будут идти. То есть 13 штук. 13 вертолетов. О, это моя успокоительная на ночь. По вертолетам сказали не стрелять автоматчиком. Стреляют только. ПТР стреляет. Утес стреляет. У кого ПК? Ну не ПТУР, а ПТР. Противотанковое оружие. Так точно. ПТУР. А, ПТУРом будет у него есть. ПТУР, утес. И у кого ПК нахуй. И стреляют снайпера. Нам не стрелять. Дальше. Что дальше? Уходим, блядь. 2 КАМАЗа для резервных, для раненых. Уходить будем до кольца. Ну. От кольца уходим вдоль зеленки, до химика. За химиком есть какая-то деревня. Как называется, блядь? А что за химик? Поселок химик. А какой он поселок находится? Не доезжая до Славянска. Уходим, понял, по нашей дороге вот этой, да? Да, уходим по зеленке в сторону Славянска, доходим до химика, за химиком есть деревня. Там в деревне 100 этих пидоров сидит. Нас, наверное, кажется, останется в живых больше. Ебашим их всех, и там оседаем в деревне. Занимаем деревню. Все. А может сейчас пойти, блядь, и пиздануть? За рулю? Да не. Высадка будет спецов каких-то, с вертушек. Спецназ там какой-то, да? Угу. Ой, блядь, чую пиздорез нахуй. И во сколько это начинается? Да, ебать, минут через сколько сейчас время? В 11 часов. В 11 часов? О, уже 10 минут как началось. Ну вот, блядь, через минут 15 начнут. Ну нам влияет погода. А, типа... Дождь, молния. О, так надо сейчас еще буран включить, да? Да, включай. Ну сейчас включаем буран, короче. Дождь, молния есть, надо сейчас еще в линию въебенить. А, кстати, слышишь, сказали, что, блядь, надо, короче, на рукава, на руки, привязать белые повязки. Потому что 2 каких-то КАМАЗа с этими пидорами высадились. А где ж, блядь, их сейчас найти, нахуй? Они с такими же георгиевскими лентами нашитыми на белых руках, как у нас. Бинты. Ох, ебать, ты, и нахуяриваем себе на руки. Две повязки, да? Да. А санечек в резервном КАМАЗе. А чё ты ложишься спать, я раз уже 10 минут как хуй. А, там мы все равно тут пока сидим, авианалет, блядь. Слышишь, Алексей? Да. Побегу за КАМАЗом, меня стреляют, да? Ну да. Понял. Я побегу за КАМАЗом, меня застрелят, да. Ну, само собой. Нет. Ой, блядь. Ну чё, спокойной ночи, Сатя. Спокойной ночи. Какие нахуй ночи, какие нахуй спокойные. Они заебали эти ночи спокойные. Каждую ночь ебать, бля, какая-то, блядь. Какая хуета, блядь, блядь. Где мой рюкзак, блядь, где мои кроссовки, нахуй? Где я ещё рюкзак успею хапануть, блядь?